Всем привет, с вами сервис-центр GSM Moscow. Если на вашем iPhone 6 не работает задняя камера, то в 80% случаев проблема в самой камере. Но также проблема может быть в разъеме на печатной плате, то есть не передается сигнал, а также в обвязке. Если у вас есть вопросы, пишите, либо звоните. Всем пока.